Punk. Засранец, прибежал. Так, все, побежали мы сюда. Причем все. Сразу. Так, а тут я пока шел-шел, так он уже вылез, этот конешка долбанный. Пока ему зона контроля, как бы не страшно. На самом деле, это мало приятная штучка. Так, мне надо обратить вот этот город. И после того, когда он будет обращен, уже свою религию тут пропихивать. Будет конфетка. Так, давайте акведок, уже тут давно пора. Насчет этого я не уверен, но может быть, как там наше золото держится, да? Верни клеточку, а ты что? Ты уже можешь расти. Ой, промазал, вот сюда. Отлично. И тут с ростом будет напряжно, конечно, но что делать? Так, не знаю, как пригнать можно было бы. Совсем даже не знаю. Ну ладно, давайте. Так, подождите, подождите. Это не наше. Ну ладно, давайте здесь закончим. А ты... Подожди, здесь все уже, что можно обработать, обработано, да. Значит, ты здесь тоже не нужен. Блин, два камня. Как тут неплохо все. Вот здесь вот где-нибудь, вот здесь вот город, да? Ацтеку. Не ацтеку, этому инку. Вот здесь вот потом террасу свою бабахнуть. Так, ну мы будем поднимать культуру пока что. Сколько можем. Мы попробуем сдавить ребят туризма. То есть пойдем в автократию. Сейчас будем копить всех там этих ребят, там этих инженеров, этих как там. Ну, с гильдии. Не знаю, как это переводится быстро. Музыканты, да, писатели вот этих всех. О, еще раз он забрал. Ну, короче, да ты сказка просто, а не человек. Не, надо кого-то возвращать. Что-то мне уже начинают задалбываться вот эти вот варвары с этими приколами. Так, ты строй. А, и вот же лошадка строится, нормально. Все нормально, все по плану. О, открытые места, можно посмотреть, что там как-то. Знаю, же они вдвоем не смогут распределить. Я хочу отдать этого рабочего на самом деле. Потому что он Брюсселя, и вернуть его Брюсселю. Копьем этот дуболом идет, то тоже стрелять может кое-кто, кое-что, кое-чем. Так что сгруппируем сейчас войска и долбанем по нему. Это все равно рабочий здесь тоже бесполезный, вот я не знаю прямо, не знаю, что с ним сделать. Ну, наверное, поведу ближе к столице. Так, здесь мы обращаем... Купил я, да? Купил. Назад. Ах ты засранец. Ну ладно. Так. И так.
Выкорчевать религию его не так и просто, как казалось. Ну ничего. Ах, вот здесь надо было Как дела, Рим? колечко. Чего-чего? Как дела, Рим? Ну как, я пока временно отступил. Сейчас мы новый удар готовим. А у вас? Вас там много? Подходы такие к Берлину и Кельну не очень удобные. Да у меня тоже не очень Да удобно, я хочу ладно, выйти Фаер, как какая можно новая? дальше. Вы что там, свой All-Star закончили, что ли? Где-то с утра сегодня, с 9 часов ждал, пока вы там родитесь. Новую сыграть. У тебя даже этот самый TeamSpeak был выключен, сервер. Это, короче, некрасиво. Это, короче, подстава. Так, на валету... А, ну валета будет моя. Отлично. Так, тут мы тоже купили, и тут мы сейчас купим. Ага. На мою это не распространяется, да? А жаль, а жаль. Мою способность могли бы они тут и это... Так, ты иди строй вот здесь вот. Нет, ну вот здесь вот. Всякие свои штучки. Так, и тут стейбл зайдут. Принципе, одна. В принципе. Переходы у меня есть, чем-нибудь построить. Чем-нибудь такое, такое здесь можно построить. Давайте переходы в бараке бухнем. Так, здесь уже можно, наверное, сделать так. Интересно, чей это? Так, ну ладно, идем одного отправим сюда. Ну, ты Сюда вот захватил Эсла, домик. да? Да, ну он легко бежит. Тут этот холмов вообще практически не было. А вот тут вот горы, холмы, блин. Здесь сложно. Так, ну что, там? Так, того взял, надеюсь, что я хотел. Товарищ, ну давай не борзи уже, правда. Что за дела тут? Два хода теперь. До того, когда я... Ага, ну вот, отлично, отлично, отлично. И отлично. Но, пикинер, не очень хорошо. А ты это сжигаешь или оставляешь? Пока аннексировал. Да несчастье там жесткое просто. Какой-то трейд слетел. Семьдесят тысяч там у немца. Нормально, нормально.
знаю, что они тут. Эти варвары хотят меня конкретно. Не понимаю. Так, ну что, придется два раза стукать по этому городу, если хочу какие-то дивиденды с этого получить. Надеюсь, он сейчас выскочит за рабом. Он обязан просто это сделать по его логике. И тогда мы тут уже... Так, один ход. Тут три. Один ход. Ну и что я тут могу с этим одним ходом тоже в барак дать? Так, освобождаем понемножку то, что я ставил на... деньги. Более-менее сейчас я обращу, еще несколько городов денег будет. Мы сможем кое-что уже тут творить. Отличный город, значит, ладно, вообще офигенный. И продолжение у него вот где-нибудь здесь вот было. Не знаю, как мог Ацтек так слиться. Ну, ладно. Он же, как говорится, стек после всего. Так, ну что, закрываем. Похоже, рассинхрон, да? Грузишься? Да, гружусь. А рассказывал, что не грузишься. Ну, бывает, бывает. Ну, пошло. Да. Ну и замечательно.
Линдекс, зачем ты туризм взял в создании? Культура? В смысле культура? Ну, в прямом. Тебе-то от этого какая культура идет? От туризма? Идет? Каким образом от туризма не идет культура? Ну, не знаю. Не, что ты имеешь в виду? Ну, может, я что-то не знаю там. Каким образом от туризма идет культура? Я просто сейчас посмотрел, у тебя только одно здание религиозное можно покупать. Ты же так не продавишь никогда им. Ну так я же не собираюсь. Так вот я и спрашиваю, зачем то надо было брать туризм? Ну пофаниться, чё. Вас попугать. Вам что, не страшно совсем? Да не, мне вот было страшно, а потом я увидел, что у тебя на укрепление храма, и как-то мне перестало быть страшно. Видишь? Что там, Рим? Сейчас я перехожу в наступление. У меня тут 6 рабов. Вижу которых. Ну, у него, блин, 70 тысяч армии. Конечно, это не шутки. Ну, конечно, он же валивит на самом деле. Не знаю, ребята. Это вот разрозненная атака. Но меня это удовлетворяет, конечно. Потому что и реально... Вот... Всего по тем временем 150 промки. Наверное, золотой век. Это самое. Меня что 150? Тоже. Он у первого человека, у последнего 100. Так разница 50 под золотым веком, что это? И ну, он по науке последний. Чё? Ну, австрияк тоже, наверное, золотой век. Да, навряд ли. У тебя не золотой век? Когда был золотой век, он меня даже обгонял. Он же был первый по промке только что. Блин, последний по науке на две техи отстает, офигеть. Ну, последний же. У тебя городов много очень. И что, пока знаешь, эти все курхаусы построятся и все остальное? Без разницы, все равно науки будет больше гораздо. Больше, но у меня же штрафы идут из-за этого. Не надо рассказывать. Это все равно гораздо выгоднее иметь больше городов, если они нормальные. Попытаюсь сделать так, чтобы захватил варвар еще рабочего какого-нибудь. А здесь надо аккуратно, потому что этот засранец может освободить сам. Ну вот, две культурные ГГшки. Это хорошо. Еще бы вот третью надо бы. А, отлично. Вот тебе и третий. А что ты хочешь? Ну, тут решил S надо говорить. Жене, да.
Что-то игра странная, конечно, получилась из-за того, что два чувака очень легко слились. То как-то странно играть. Так, это мы сейчас обратим. И все. Все нормально, мы работаем по ситуации. Давайте посмотрим, как там турист поживает. Ну, отлично. Так, все, А2 растила. Теперь растите мне. Нужны будут эти самые великие люди. Лекс, на чем у тебя там вена растет? Просто это какая-то магия. На караванах на чем она может расти? Ну, все равно, это город, блин, там, я не знаю, одна клетка с рекой есть там. Вообще жесть. Куда делся рабочий? Мне очень интересно знать. Я не знаю, чем ты там занимаешься, но походу у него все время здесь. Он, скорее всего, сын отобьет. Сейчас, подкрепление идет. Так, почему мы теперь не растем? Потому что фигню обрабатываем всякую. Вот, 3. Тут тоже как-то мало роста. Но. Отлично. Да, денег что-то больше не становится, да, ну ничего. Так, что тут мы хотим? А, мы ничего не хотим. Хотя нет, хотим, постоим. Так, шпиончик. Кто у нас там самый крутой по науке? Блин, австрийцы, австрийцы. Давай, австрийцы. Кто у нас по науке крутой? Не австрийцы. Ну и замечательно. Ко мне ставить не будут, я самый последний, так что... Так, я построил здесь, конечно, я надеюсь. Да. Вот и замечательно.
Не, у меня тут тоже у него есть какая-то армия. И Раша у нас какая-то есть там. Сейчас у меня повторный заход слива армии под Мюнхеном. Смотри, Лекс, я сейчас снова первый по армии. Сейчас мы должны начать продавливать. Промки у нас на двоих больше. Он СН обратно отбил, то есть. Чего? СН он обратно отбил. Ну сейчас я его армию отвлеку. Конечно, такие подходы неудобные, что стоят на холмах арбалеты и да. Просто расстреливают все. Просто вот этой вашей войной вы отдали победу и пёпку. Тут все. Я больше ничего сказать не могу. Пока еще не отдали. Ну, а что нам вы меня не делать? Возьмете, еще я ходу 50 минимум. Немец, а учесть то, что я пошел по нижней ветке, но я посмотрю, как у вас это получится. Далее, а что нам нужно было делать? Да я не знаю, о чем нужно было сидеть, развиваться. Ну никак не упарываться вот эту да, вот. Да, ну и смысл. Ну смысл. Ну, а смысл вот этой вашего вот этого упорства вообще ни хрена не сделали. Просто ни хрена. Ну слушай, ты меня мог бы забрать в любой момент, если бы захотел бы потом. Всегда как можно договориться, понимаешь? Нафига мне тебя забирать? У меня отличная территория. Мне нафига тебе забирать, скажи. Нет, есть ну, очевидно, хорошо, есть острова, выигрывать я на воде. Как мне выигрывать в этой игре? Ну, разные. Ну, а то, что ты сделал, это явно на твою победу никак не нет, было. Ну, слушай, ты я просто как пошел, бы называется, упоролся. Вот, нет, все, я ожидал, тебе что я тебя заберу, да, у меня не получилось. Я Мюнхен, например, на клики не взял. Ты бы его, конечно, мог а отбить, на каком но клике? Не на клике там ты взял. Вообще там было на клике. Нет, то есть на клике я там ни разу не было. Я не разграбил ферму под Мюнхеном, когда у меня там стоял этот легион, и я бы взял там город. Я в этот момент зачем-то решил тебе серебро у Женевы пограбить. То есть и тогда неизвестно, как бы сложилось. А в Стрице тоже есть шикарные места, куда стрелиться. Нет, он пошел тоже на Эссен, который ему вообще нахрен не нужен в этой игре.
него длинномечники появились. Это минус 7 счастья. Не буду ему счастья, подумал, давать, пускай они его просаживают. То так. Ну что, пизанку, я думаю, да? Пизанку, пизанку. Если за 4 хода ее никто не это. Да ладно, вы что? А нет, прогрузились. Так, подожди, а что, нету ничего строить такого более вменяемого? Темпл, например. Что-то тут. Ну и что, выключим и включим сюда. Эх. Даже не знаю. Так тогда. А ты что примолк? О, ясно. Вот так. Ну, Валета уже должна обратиться как-то, я не знаю, что он тут. И стать друзьяшкой друзьяшкой. Ну вот здесь эти два холма надо было вообще-то обработать. Ну ладно. Этот вот придет, будет обрабатываться. Ренессанс. Фига себе в Ренессанс выходит. Это и это тех открытого. Ой, типа на процент отстаешь. Ну, я-то другие техи иду. Мелкие. Это какие же? Ну, всякие компасы там вот это. Компас нормальная уже теха, оптика, да. Если не успею его заинженерить вот это дело, мне это по стратегии как бы покруче. Ну что, я тут его поддавливаю, но... Но Рим так же сам умирает, как и ты, все просто. Чё? Говорю, ты мне ничего тут не сделаешь, абсолютно. Ну, твою, не, ну, а что ты подходишь, просто юниты усливаешь тут у меня, и все так же, как я стреляю. Ну, а что ты предлагаешь тут делать? Да я уже ничего не предлагаю, воевать тут. Зато люксы тебе периодически граблю. Ты их чинишь, я тебе граблю. Ну да, это достижение, да. Согласен. Ну да, я тоже так считаю.
не понял, где моя. Может, на следующий ход сообразить? Пагоду-то не дает купить? Что за фигня? Пишет, что два туризма дают. Ну и отлично. Что за баг такой стоит? Ну, как бы и не достоят, но над головой ни хрена не видно. Это не прогрузилось еще. Понятно. Эх, австрияк, австрияк. А чё ты тут порадоваться стоять? Не, ну а что ты предлагаешь делать? Тогда не знаю, может закончить, я не знаю, что делать. Одно дело, когда я там ходу в 20-30, ну не получается никогда не всегда, ну смысл дальше. Тут надо уже универы строить, выходить во все этот, а не арбалетчиков строить. Ну да. Тут неудобно воевать. Неудобно. Да, ну, блин, тут обстреливается с нескольких клеток этот. Ну, Рим по 3-4 юнита в ход теряет просто. Я думал просто как бы, ну, накатом взять с самого начала, но не получилось. Че, Виталий, будешь меня брать? Ну, будем воевать. Ты мне испортил всю игру, что мне теперь делать? Только воевать, всего. Пусть у нас стряк пытается развиваться. А какой смысл мне не видеть? Ну мы пока не так сильно отстали, по-моему. Ну я сильно отстал, все. Где ты сильно отстал? В каком месте? Очень-очень сильно во всех местах. По науке ты вообще не отстал, как бы по промке тоже. Ну да, упоролись малость, есть такое. Ну, в следующий раз, может, будешь думать, стоит ли это делать. Да, слушай, я как бы сказал, ну да. Просто да, как да. бы захотел повоевать, я плохо воюю, мне учиться надо воевать. Попробовал взять один. Давай, да, то есть ты решил мне испортить игру, я теперь испорчу игру тебе. Вот. Да ну, почему испортить игру? Ну как? Но это на то игра, что это как бы, ну, секс-игра. То есть я тут на победу не претендую абсолютно в этой игре. Мне стоит спокойно. Подожди, а кто в этой игре претендует на победу? Я считаю, тут Эфиоп уже выиграл. Ну, теоретически, учитывая то, что у нас у каждого больше армии, чем у него, мы сейчас втроем можем его вынести, например. Я вообще видел, где он живет. Да, видел. Ну, как бы просто тут армии перевес будет там в 4 раза у нас втроем.
Нет, ну просто тут, да, как бы, ну, я не спорю, что у Фиопа развитие сейчас, ну, как бы лучше, у него там городов в два раза больше и так далее, но у остальных По твоих науке как-то они соперников... все Ну, рядом Рим, сдвинуты. хорошо, что ты мне можешь предложить за мир? Просто мир ради мира я не собираюсь с тобой мириться, ну, честно тебе скажу. Ну, ты же меня быстро не возьмешь в любом случае. Да, какая разница? Тридцать шесть годов, ну ничего себе, что за приколы такие? Ах Не, ну ты, если ты да. говоришь, что так это Эфиоп уже выиграл, тогда смысл вообще продолжать игру? Ну потому что мы играем. Это мое мнение, почему? Я не вижу, что мы можем ему сделать в этой игре абсолютно. Ну, то есть мы могли, конечно, ему что-то сделать, но не в этой ситуации. Не, понимаешь, я вот, ну, сам ему ничего не мог сделать. Ну, вообще, вот, если бы я тебя О, не забрал, да. если бы я тебя не забрал бы, у меня не было бы А ты развития, понимаешь, чтобы... что у меня как бы была явно не последняя промка, не последняя армия? И что так Я быстро ты понимаю. меня в мои 6 городов не заберешь? Я понимаю, но, во-первых, я думал то, что австрияк подключится, потому что это Но он ему будет... подключился. Но он поздно подключился. Ну, он город у меня забрал, в отличие от я. Ну, я так понимаю, это какой твой последний город, который особенно не Ну, сыграл. забрал то, что здесь войск не было, потому что здесь подходы очень легкие. А Кёльн и Берлин... Берлин вообще не представляет тут брать ни с какой стороны. Берлин снизу надо брать, там плоско. Ну как плоско, тоже холмы там есть. Какие холмы? Там Франкфурт вот выносите и идете. То есть, если бы Мюнхен пал, то пал бы и Берлин. Ну, Мюнхен там вот был нулевое ХП, ну, не сложилось со взятием. Не, ну, кстати, он Мюнхен бы отбил бы потом, но там уже, может, было бы чуть проще. Ну такие волевые города, такие маленькие, до десяточки, до Я ростов, просто больше я их арбалеты не прапал смогу. достаточно много. У тебя не было денег на большого числа арбалетов. Поэтому я А как что бы там, кстати, думал по вот деньгам? накатом взять. Ясно. Тут Молодец. местность очень Тоже неудобная. Было бы хорошо. по площади тут как-то. Тут еще холм у тебя перед Мюнхеном, который не дает обстреливать его нормально. Не, ну это понятно, что я буду город ставить дефо, который будет гранить, правильно? Ну, понятно. Ну, как бы думал, что продавлю, но не А вот получилось. видел, как дефовый город поставил Инк Тинакву? Не, я не видел. Ну это, короче, он больше дефовый с его стороны, нежели с моей. Как его не брать тогда? А вообще, говорю, во всем виноват это этот атак, потому что я армию по его душу строил сначала. Ой, я откатил случайно, извиняюсь. Мискликнул. Фиопа, тебя воровы разбили с твоей стороны. Ну, жалко, конечно, что могу сделать. Беда прям. Там, зачисти лагерь, я приду зачищу. В каком месте-то? Ну, я не знаю, но тут, походу, выше, возле Кызыла где-то, я так понимаю. Нету здесь лагерей.
Вокруг Козыла вообще ни одного лагеря. А, ну если только где-нибудь там на берегу выше Козыла. Это там не я живу, знаешь. Так что вы, типа, признать победу Эфиопа не хотите? Просто он еще там Пизанку построил на эти 9 городов Пизы. Я, в принципе, согласен ему отдать победу, потому что я тоже тут своей победы не вижу. Ну, я, в принципе, лезть не буду, пускай они сами решают. Но реально я тоже не вижу их победы. Вот не вижу. А, сейчас я еще начну давить Не факт, но автократии. скорее всего, да. И посмотрим, чем это закончится. Ты вообще австрияк, не знаю, как там еще у тебя там держишься на плаву, потому что, ну, я не вижу, конечно, всех твоих мест, но Вена меня шокирует немного, город. Не, на самом деле тут еды довольно, ну как бы хватает. Ну, как без реки, столица, традицию. Ну, как есть. Так, давайте-ка мы вот так сделаем. Ну, раз вы там закончили воевать. А где сахар здесь? О, сахар. Золото. Но это ожидалось. Так, что еще здесь хочу? Ну, в принципе, все, что хочу, все есть. Нет. А что, они тебе уже одни, что ли? Я вторые кому-то выменил. Ага, ну ладно. Ну, как будет, обращайся. Я парень счастливый. Ну, кому что помочь там, можете меняться, если хотите. Со счастьем я имею в виду. Какие-то вы все скудные у вас ресурсы. У меня город не хочет выкупать цитрусовый в третьем радиусе. Третий город. Как будто волю играю. Принципиально забил, да? Забил, говорю, принципиально. Ну да, почему-то вот просто все вокруг там сейчас хочет выкупить голую равнину, при том, что есть люкс. Меня опять же счастья много, но все равно бесит.
О, это я тебя кинул случайно. Я случайно. Так, ну что мы хотим? Эстетику открыть, да? Не хотим мы Жацк вообще ни разу. Что-то тут так как-то непонятно. Ну, секунда идет. Ну, прогрузились. Так. 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 Ладно, пускай это еще живет. Может понадобится. Так, что у нас там по армии? Ладно, нормально. Я первый по науке, как бы. Так, 1-1. Ну и отлично, никто не открыл. Замечательно. Через 6 ходов будет везде. Значит, план хороший, городочек такой. Так, можно уже караван, например, напускать будет на этот самый 4-5. Даля, а ты мне никакой не хочешь люкс дать? А у меня двойных нет никаких. У тебя были двойные. Прям сколько он тут сюда денег положил? Ты у меня положил? У ГГшки люкс все? Отжал. Ну, так у тебя сейчас ну до хрена. Уже нет. Зря он это сделал. 23. Это 25 дает, да. Ну, немножко останется. А он мне какой? Нейтральный, ясно. Ненадолго ему хватит. Так, куда нам садиться будет? Один этот самый, два писателя. Ясно. Кстати, какой-то максимальный бонус дает? При каких условиях? Максимальный бонус, когда... Same error и цивилизация. А это у нас какой? Он родился в этой же эре, правильно? Да, в индустриализации он родился, ясно. А еще один успеет родиться, вернее, не в индустриализации, в этой, в Ренессансе.
А еще один успеет родиться в Ренессансе. 6-8 ходов. Успеет. Ну ты ладненько. Так. Что тут такое? Предложения какие-то тут. Прям вот так. Не продаю. Чемс мне вообще не нужны. Хорошим. О. Давай на медь. Не, не надо мне. У меня счастье есть. Так тебе алмазы нужны? Да не нужны мне алмазы. Сейчас ром, блядь, четверные, двойные. Будешь меняться, не будешь? Чё ты рим не хочешь в мир за люкс? Ну, потому что как-то это неравносильно, я, конечно, понимаю, а что... Не, я считаю, что это нормально. Тем более у тебя двойно, ты, то есть ты вообще ничего не теряешь, в принципе. Ну, сейчас я ход подумаю. Как сидишь в минусе по деньгам, там, строишь юниты. Вот влил он деньги в эту самую ГГшку. А толку? Ой. Не знаю, не знаю. Ну давай тогда так. Хотя ты, блин, у меня, конечно, люкс отжал. Так, ну что, все культурные ГГшки мои, все, это еще юниты должны давать. Отлично. Парни, я микрофон выключу на пару минут. Thank you.
Что он замер, пройти что ли не может? А, да, не может. Ну, отлично. Так. Ну ты поспи, наверное, уже. Или что тут тебе холм такой обработать? Вдруг тут какая-нибудь будет штучка интересная в будущем. Здесь уже обрабатывать нечего. Наверное, тебе надо заснуть. Возможность дать. Так, мне пойти там походить. Где моя лошадка? Недалеко. Так, этот вот должен вообще-то пойти туда, где будет. Хотя 10 ходов. 9. Отлично, ладно. Пойдешь сейчас куда-нибудь на железо, например. Или даже на люкс. У меня этих люксов так куры не клюют. Кто-то мало обрабатывает. Вот, да и обрабатывает. Так, и давай сюда. Спать. Хотя, наверное, тут бонусов побольше. Вернись, все прощу. Так. Ну, блин, ну что ж ты будешь делать? Ну вот, следующим ходом закончится как раз. Так, Ренессанс Виталий вышел, я за него рад. И мы можем построить вот здесь еще один караван, который пойдет. Не поверите. Здесь мне еще хочется, значит, мы идем сюда, потом сюда, потом сюда. Экономика даст немножко, тут 30 мало. Вот так. И один ход. Приход, отлично. Не стыдно еще у бедного Рима техи тырить? Кто посмел? Какие-то нехорошие люди. Так, ну, армия у меня уже не последняя. Мне нравится первая армия вот этого парня. Ведь он пошел. Не, ну сюда никто не выходил. 700, да, сюда вышел. Но если только столько, то тогда не страшно. 7 ходов, а тут 9, да?
Думаю, что у меня катапульта здесь уже пригодится. А апгрейдить я точно не буду. Как они все хотят этого мерчанта? Роудс. Роудс это вообще-то возможно. Это даже очень возможно. Не столько на хлебников стоят, которые нифиг делать. А тут его взять. Раз, два, три, четыре, пять. Построить. Все, будет счастье. Раз, два, три, четыре. Отлично. И к тебе тоже. Музыкант. Ну, конечно. Вот только музыкантов мне здесь не хватало. Ну что, сейчас банки отстроятся. По идее, должно будет... немножко попроще стать с денежкой-то. Надо лошадок обработать. А у нас тут, конечно, есть. Есть. Значит, ты коняшек, а ты где там дороги? Так. Нет. Ну хотя ладно. Как построить это все? Ты готовься юнитов строить. Чувствую, попробуют они меня проатаковать. Ой, чувствую. Так. В Адисабебу. И в Манилу. Надо союзниками окружиться, чтобы тут проход там простой не был. И будет нам счастье. Так, следующим ходом рождается. Отлично. Так, тут 6 молоточков. Нет смысла мне... На, хотел убрать. Вот так. Отлично, родился в этой жире. Для бонуса. Так, кто там просил? Ну, мило. Ну да ладно, ничего за прикол. Ладно, тогда я зря, надо было посмотреть сначала. Ну давайте теперь уже посмотрим, что. А2. Слышь, австриец, ты бы убрал своего пророка, пока он жив еще. Австрийцу фартит, уголь обработанный.
О, кто-то в уголь уже вышел, нифига себе, круто. У него он обработанный уже. Слышишь, Австрия, что говорю? Мне не нужно в моих союзниках, чтобы ты со своим пророком бегал. Или ты его убираешь, или я объявляю войну, и он кончается. Ну как? Я подумаю. Ну ты думай вот до конца хода. Ну, чё придумал? Уберу, не переживай. Хорошо. А зачем тебе этот самый... У тебя что, тоже чудеса есть? Ну да. Круто, какое у тебя чудо. Секретное. Офигеть. Да я не знаю, я ткнул просто так, там нечего было предлагать особенно. Ну-ну. Ты чё, хорошее чудо у этого, у Рима. Сейчас с моим пантеоном так вообще неплохо. Ну, у вас тут всех чудеса те чудеса. У одного два, у другого ещё чё-то там. Ну, я так понял, у тебя там тоже чудо. У меня чудес нет. А с чего ты это вдруг понял? Ну, ты же там Эльдорадо где-то находила, помнишь? Так это шо, Австрия, что я сказал? А чё, ты посила купил с Эльдорадо или уже поздно было? Нет, зачем мне как свободе посил? Я пнул войска, пошел, и никого не с... Неправильно, да, конечно, Эльдорадо куда-то тратить, ну, на многогэшку, потому что так, конечно, сильно читерно. Ну, это в начале. Это в начале, а там уже на таком моменте. Просто в начале игры очень большое преимущество Эльдорадо, да? В начале, да, но поздно нашли Эльдорадо. Да не сильно такие поздно. Поздно-поздно, я города уже не покупал, уже не было смысла. Что-то у меня счастье кончилось вдруг. Интересно, а вот введено эмбарго для ГГшек, а ГГшки перестанут просить торговые пути или те задания, нет, которые... То есть так и останется это задание? Да.
Австряк, а нахера тебе эмбарго для городов-государств? Я тоже не понял, но... Не а знаю, чё да. Немец-то голосовал-то за памятники культуры? За памятники природы, почему ой, говорю, в смысле, памятники природы. Ну тебе как бы ГГшки важнее, по-моему, нет? Я, ты знаешь, я ни один караван не пускаю в ГГшки, ну такое. Так, ну слушай, ты же вообще-то немец. Ну я там. Вообще-то еще ни одну кондитерскую контору не построил. Как-то. Ну построишь же когда-нибудь. Ну да, то есть тут немец лидер, надо против немца, да, до сих пор играть, да. Там Феоп сидит на ошибе, но вы все против немца играете, отлично просто. Меня словно. Не, ну это не я протаскивал, но вообще просто странно, что ты это не проголосовал против. На мой рингос он ничего бы не решил. Не, а у австрияка два голоса? Да-да-да. А у Ганзы, кстати, вот я не помню, есть какой-то лимит в процентах или там может быть там сколько угодно процентов? Нет, лимита нет. Читерная, конечно, штука там. Много очень дает. В тот момент, когда я послал караван. Индекс. В смысле? У тебя два, у меня два, а чё? Не надо, не отказывайся. Тебе проблем. Нужно, наверное. Да нет. А что, угольник еще не вышел пока? Так же ж этот вышел. Рим. Это он и спрашивает. Нет, какой Рим? Вы чё, прикалываете? Так а чё ты говоришь, что у него уголь обработан? С чё ты взял? Я смотрю, у него обработан уголь. А как ты это увидел? По трейдам. В ресурсах. А, и по трейдам. Было ясно. 6, уже 4. Крут, крут, что я могу сказать. Ты знаешь, сколько они у меня строят, я думаю, вы вас быстрее вы примете построить. Ну да, ну. Я, кстати, не думаю, что быстрее, потому что даже у этого, у Эфиопа-то в каждом городе по отдельности немного промки. У него, ну, всего, как бы, вместе. Да, да. Кирпичики не хватает караванов. Построй. Ну, так я построил бы так не могу. Не хотят города расти. Но не так, конечно, традиция же. У тебя очень грустно стоит Вена. Она еще до 19 выросла каким-то чудом. Сейчас в следующий ход даже 20 будет. Надо химию срочно идти. Может, в удобрение? Ой, в удобрение, да. Раз. Два. А чё, отстыка нету, да? Буквально. О.
еще и на реке. Это еще прикольнее, чем прикольно. Все, по угля нету обработанного, да? Нету его эфиопа вообще ничего. Ага, если скажи, вообще угля нет. Да есть где-то. Так что у нас баланс типа по углю. Вот. Я и говорю, было бы забавно, если бы сказал бы, что нет угля. Че брать будешь, встряк? Да не знаю, это по, судя по жрачке, скорее всего, свобода. Не знаю, каким путем он тут это выбрал. Но если жрачки нету, то не свободу надо брать. Это мое мнение. Опять же. А что-то у нас с тобой ни жрачки, ни промки нет, ничего нет. Ну да. Так, получится здесь купить. Купить 43 не хватает. Конечно, за Эфиопа. Давайте за Рим. Да ну, что этот Рим хорошего сделал для этого? А Эфиоп? Эфиоп молодец. А, Рим, ты сейчас католицизм толкать будешь? Блин, а мне вот что брать? Что брать, когда все плохо? Ничего не бери. Автократия. Автократию это да. Чуть зрачки побольше, мне по рядам хорошо зашел у нас. Холмон дофига. У тебя города мелкие, по-моему. Ну да, не очень. Я бы тоже взял порядок, у меня тоже города мелкие. Брать, надо сначала построить там как-то. Давай центральный век запустим. Все идут прямо на зря внутрь. Я хочу сюда выйти. За 6 ходов я, конечно, не построю. Придется рацик открывать. А
Ах! Что ж такое-то? А чё так? Не умеешь кликать? Да я думал, ты что-то сидел, смотрел на этот лагерь. Да. Когда ты двух коней привел, то что мне с ними делать? Только смотреть и любоваться. Не, я просто не думал, что ты реально будешь это сидеть до последнего смотреть на этот лагерь. А чей рабочий был твой? Угу. А, ну это не так интересно тогда. Так, ну давайте посмотрим, какие самые продуктовые у нас тут дружочки. Эти самые города. То есть это Аддис Абеба, конечно же. Гондар. И Тинаку. Хотя все как ровно идут, тут вот не окупается. Не буду я этим заниматься. Вдвое больше промки. А что у нас тут вообще? 12 ходов. О! Хоть что-то, а то как-то совсем было грустно. Я думаю, откроем вот раз, два, три. Вот это вот все. А это будем красить. Это вот мне дешевле, так как это уже открыто кем-то. Тот, кто построил. Значит, через ход я начну, судя по всему, строить. Нет, этим ходом. Значит так, Тинак, почему-то, не понял почему, аж 10 ходов, нифига себе. Так, что тут можно хорошего поменять, чтобы было быстрее? Вот так, наверное. 9 ходов, ну типа круто. Потом Гандар говорили, 7 ходов, ну это может потерпеть. Ну и 5 ходов. Нет смысла, наверное, сейчас выводить мне вот это. Деньги будут пока жрать. Тут что-то надо отправить сюда, наверное, этот самый. Тинак в этот караванчик. Ну вот, 7 ходов.
8. Ну чё, прикалывайтесь, давай. Анкорват. Ну конечно, только вот Анкорвата мне здесь не хватало. Если его строить, то как бы, даже не знаю, здесь. Может, с кем поменяться чем-нибудь. А, промазал. Цитрус. Нам нужен цитрус. Крабики там. Ну, вейлс нужны. Круто. Опять тех устырили время. Что делаете? Кто там тырит, то у тебя все. Какой-то нехороший человек. Последний по науке у меня тырит техи. Реки? Как? Стыдно должно быть. Жесть. Полностью согласен. Ладно, что нам делать, оптику стырили. Чего? Оптику стырили. У меня? Ты стырил у меня оптику? Да. А как ты мог стырить у меня оптику, если я ее не открыл? Не знаю. Как ты им посмотри, открыто должна быть. Серьезно, по-моему, теха? По-моему, ты там что-то это... не договариваешь, потому что ты не мог у меня стырить оптику. Я ее не открывал.
Freedom! Блин, реально, а чё брать, когда нечего брать? Ничего не бери. Не, ну так неинтересно, надо же у вас забрать что-нибудь. Забирай. Чисто вот из вредности. Вредный, говоришь, да? Ха-ха, нашли у кого воровать. Никому, кстати, продать уголь не надо? Нет, спасибо. Ну что, там серьезно будете эти свои пакты заключать? А чего нет? Не, ничего, развлекайтесь. Надо же как-то выживать в этом суровом волевом мире. Скучно сидим. Повесели. Так нападите на кого-нибудь, вы же можете, чё. Чё, австриец, пойдём немца пилить? По-моему, это проверенная схема временем. Самое то. Не, чё-то воевать вообще не хочется, да. Тебе же говорят, проверенная схема, что ты отпираешься? Ну что, тебе не понравилось, как мы в прошлый раз с ним спилили? По-моему, славно повоевали. Пилили. Не, на арте тут легко пилиться, на самом деле. На арте-то да. А чё вы будете брать, болевые товарищи?
Виталий, наверное, автократию, как обычно. Фига, он обычно автократию берет. Ну, я вот, когда играл с Виталием, он всегда автократию брал. Ну и вообще, то, что я слышал, автократию в основном играет. Виталий, что-то я такого не видел, не замечал за тобой. Наверное, когда с серьезными парнями играешь, так это самое, только традиция. Ну а что мне тут еще делать? А, Рим автократия, прикольно. Развлекайся, развлекайся. А что, нельзя? Да можно, я ж ничего не говорю. Ну вот. Я ж только за. Вопрос, зачем она тебе без этой, как его, коммерции, которая Биг Бен? Ну как, бонус-то на постройку юнита все равно есть. Какой там и бонус? 25% при строительстве юнита. Да, ну, давай окучивай, посмотрим, как получится. В общем, Total War решил сыграть, да? Не, ну а что мне делать? Не собираться же улетать тут. Ну, в этом есть правда. Для порядка у меня холмов мало. Да не в холмах порядок. Холмов, культуры мало. В порядке самое крутое — это фабрики, и с них наука. Вот прикинь, у меня 9 городов, сколько фабрик и сколько науки будет капать. Ну да, у меня мало городов. Мне скорее зайдет воровство. Если, конечно, повезет. Ну, воруй, воруй. Может, надо было порядок брать, ну. Конечно, не может, а тут без вариантов, но. Автократу надо иметь или денег с коммерцией с Биг Беном, или промки без, ну, без всего остального. То есть это больше подходит свободе. Не свободе, а тем либерти. Что-то немец отваливается. Да, немец отваливается. 20 секунд. Как ни странно, я его слышу. 25. 30. 35. 100. И правда грузились. Круто. Это, наверное, я хост просто хороший. Окей. Не, ну с другой стороны, вот ты взял автократию, немец тоже бы взял автократию, и что мне было бы делать с порядком? То есть Виталий, мне просто например... интересно, нахрена немцу в этой ситуации автократии? Как, чтобы кататься танками? А. Ну да. Thank you.
Ох, тяжко тут туризм будет играть, но пробуем. Может скрапнуть? Почему? А что-то как-то... Скучно. Скучно, неинтересно, да. Да ладно, чё? Посидите еще часик-другой. Я бы Линдексу отдал победу. Да и так я получу, чё вы переживаете. Зачем время тратить? Вот только хотел сказать. Не, ну то голосуйте, я-то в этом не участвую, если хотите, играем, нет? Виталий говорил о том, что он считает, что ты уже победил, и я тогда с ним согласился с этим. Сейчас Лекс подтвердил, теоретически... Блин, давайте поиграем, чего вы так раздаете? Ну, значит, играем. Не, ну если мне, конечно, прийти пить, тогда нужно сдаваться. Ну, сейчас все просто будет, этот, Афиоп пойдет. На Австрию. Эфиопом туризм уже сможет победить, вы на это еще посмотрите. Эфиоп автократия победит, поверьте мне. У меня промки и денег хватит. Так что-то особое тут. А через эту местность на меня сложно будет нападать любому. Ну давайте этот, ну я за то, чтобы дать победу без крабов. А я так понимаю, Виталий хочет играть. Нужно ну, согласен. Нет. Я не вижу прям, что вы так сдаете. Ну, не знаю. Я, например, второй по тому же производству сильно отстаю. Он в автократии. Биг Бен у него там, кстати? Нет. У австрияка? Но я знаю, где его взять. Это да. Австрия на армию вообще забила не строит. Да, а чё, он к тебе уже собирается идти? Скоро пойдет. Иди, я сопротивляться не буду. Не, ну я не знаю, как вы играете, блядь. Я не буду сопротивляться. Ну как, нафига ты вообще садился играть, вот скажи. Я вот не пойму вот этого отношения к игре. Ну, когда мы с тобой начали еще воевать, там же было примерно... Ну, так это было твое решение, на тебя никто не нападал, Австрияк. Ты же сам пришел. Нет, я про то говорю, когда на тебя напали, мы обсуждали, что предложили отдать победу, все согласились. Ну да, в тот момент ты не согласился. Но он ничего не сказал просто. Не, ну я могу... Теперь ты как бы говоришь, я буду там сдаваться, ну, я могу уже. Я не хочу просто так играть, ну, какое отношение... Ну, смотри, я спал, я ходу, подожди ты. Не тарахти. Я ходов на 10 могу, ну, как бы, дольше посоветоваться смысл с его промкой и деньгами. Что я сделал? Ничего. Вы все слушай, далеко. Я против двоих вас воевал, у вас было первая, вторая армия, ничего. Ну, я не понимаю, ну, как... Да, юниты были другими, другие, ими тяжело воевать. То есть, даже с недостатком юнитов ты мог сопротивляться. Не понимаю, действительно, что они тут хотят, или играем, или не играем, что-то мне уже самому скучно становится слушать это все. Видишь, как детский сад, канадский. Так, что-то несчастье, я думаю, что построить уже эти самые. Но почему еще автократия? Потому что один человек за автократию, и мы задавим просто по счастью всех остальных. А особенно... Тот, который эх, имеет на меня свободу. Эта информация не действует, да? Нет. А вот, кстати, реформация на туризм, по-моему, действует на всех в религии. Да. Не помню, что он сказал, но... Кто это хочет сопротивляться? Выдавим промку.
Надо золотой верх включать. Надо с кем-то поменяться. О. Какое-то несчастье. Знаете, строить что ли? Вот эти. Вот эти. 10 ходов. Ну. Так, где я тут могу вырасти случайно, нечаянно? Ну, не особо. Ну, пойдем, я выскочу. Так, сейчас промка, потом... А сколько там на ходу воровать-то? Эй, не попал. Офигеть, 21. Вроде ж было уже немного. Наверное, акустика у него была. Ладно, идем сюда. Мне там надо пару чудес еще. Парни, вы не против, я юнит на авторазведку поставлю? Так сначала хода поставь следующий. Ну да, окей, ладно. Ага. Ясно, придется воевать с ним. Кызыл. А он хочет дань, конечно же, с могилы. А у меня армия, конечно же, маленькая. Ну ладно, построить. Тогда будет нормально. И подвести ее туда. Как бы там ни было. Давайте уже включим немножко. Промку. Так, здесь я уже построил, да? Так что можно откуда-нибудь убрать. Ладно, давай так. Вырастет. Будет нормально. Так, ты... Ты все спишь. Как и ты. Первый, кого тут есть? Аб.
Ну, из ГГшек. Так, из ГГшек. Вообще не вижу никого. Ну, ладно. Там денег нафига, пускай тратит. Так, у меня денег не хватает, к сожалению. Будет тяжко, если воевать надо будет. Но похоже надо будет. Ну, можно пойти австрияк действительно вынести. Он не будет сопротивляться, я более чем уверен. Но мне еще рано туда идти. Я иду туризму. Мне надо Уфизи построить. Вот это вот. Так, ну, ордер, правильно. Я тоже, в принципе, мог ордер убрать. Как там наш туризм? Виталий, тебе нужно что-нибудь из моих люксов? Ну вот выносить Австрию. Будет счастье нам. Да. Диалоги разные, да. Ну вообще не нужно, но ты что, можешь кидать, я поменяю. Мало ли потом мучать что будет. Ну давай вот так вот потом поменяемся, как тебе нужно будет. Отстроил армию. Угу. Да нет, ты что-то возьмешь, да. Это надо первую армию иметь. Без вариантов. Как-то мои друзьяшки, а, они уже не друзьяшки. Ну ничего, сейчас мерчанта родим. Станут друзьяшками. О, опять что-то
Что-то могу красить. Здесь вот это. Школу я сам выйду. Хотя меня не школа интересует, а вот эта ветка верхняя. Вот сюда мне надо. Че, опять Виталий отваливается? Я никуда вроде бы не отваливаю. Ну чмолади, ты чё? Я убивал уже сколько. Я вообще никто не пришел. Да, ну ладно.
О, только не говори, что это тоже твой лагерь. Это не мой, но ко мне отсюда бегут. Ну, уже добегались. Ну, Лекс, ну как так? Короче, да, надо было брать порядок. Шпионы как-то подозрительно неприятно умирают. Что предлагать, парни? Что-нибудь хорошее. Это, например, на ваш вкус. Ты нечего что-то предлагать.
Меня уже скоро Эфиоп туризмом продают. Жалко тебя. Если бы я порядок взял бы, у меня пипец бы сейчас, что со счастьем было бы. То же самое, что сейчас у этих двух орлов. Скоро, так как два автократа в игре, то им как бы ГГ. По счастью. А у них не, если... Я-то на них никак не давлю. Давишь, это тоже. Каким образом? У меня ноль туризма. При чем тут туризм? Идеология давит. Блин, ну ты открой общественное мнение, и там и на Германию, и на Австрию за автократию давишь только ты. А чё ж на тебя не давит? То, что Конгресс. То есть, если мы протащим вместе идеологию, то... То это смерть вообще будет. Но я не буду протаскивать идеологию. Хотя мы так, конечно, быстрее закончим, но все-таки это будет слишком. У тебя же еще эстетика принята, это пизанка, у тебя там плюс 50% к рождению этих писателей. Прикинь. Да, прикинул. Весь, я второй по промке, я в два раза стою по промке. Да, золотой век что-то. Да и что? Ну, два раза. И это у тебя еще ко всему этому будет при строительстве юнитов плюс 25%, то есть еще плюс 100 молотков. Ну. И... Все очень плохо, вот идея, которую я хочу донести до кого-то.
Сколько можно тырить техи? Почему вот автократа убивают, я при этом никого не убиваю, только все у меня тырят. Наверное, крутая у тебя там штука. Крутая штука? Прикольно. Слушайте, нас реально сейчас продавят просто культурой. Да чё ты, кто тут культура выигрывает в этой игре? Ну ты захватишь австрияка, а нас продавишь с немцами. Меня-то точно уже скоро продавишь. Нас еще за общую идеологию плюс идет. Ну, у тебя к туризму. Надо было, когда это австрияк предлагал субсидирование науки, надо было принимать субсидирование науки. А сейчас я предложил, но уже поздно, уже наоборот, это нам будет в минус. Я не понимаю, что там за паника у тебя. Да нет, он не паника так. Легкое переживание. Если бы вот Эфиоп взял бы что-нибудь второе, ну, в религии на здание, то нас бы уже реально продавили бы туризм. У него же только пагоды, по-моему, да? Не поверишь, я и взял, просто когда я кликнул, уже забрал этот самый Виталий. То есть мы вход-вход, если бы я чуть-чуть быстрее кликнул, то вам уже тут бы две было бы. А чё там, ничего другого не оставалось на это? А, я тогда взял другое просто. Можно было, но там фигня. Не, ну фигня, но туризм-то они одинаково бы давали. А я не думал, что тогда туризмом играть. То есть у тебя получается, сейчас идет 41 туризм. Сколько у тебя там городов? 9, да? Угу. 9 городов, то есть у тебя 18 туризма теоретически идет от этих зданий, а так бы шло 36. Да. Интересно, а где ты еще взял туризм? Археологов, что ли, строишь? Ну, если бы еще кто в них вышел. Ну да, в них еще не вышли. А откуда тогда туризм? А, музыкантов, наверное, сажаешь. Случайность первой пары. Чисто случайно.
Не знаю, подогнали золотой век. Неплохо так. Ну и дальше будем сажать, но что делать? Что делать? Что делать? Так. Пойти, да, не взять. Уже могу, я уже первая армия. Как бы. Наверное, стоит. Во, блин, Modern Era. Статую? Сейчас еще тогда у этого, у индекса статуя будет, все весело будет. Да ладно, ничего я там атаковать не собираюсь, и больше не делать ничего. Ну при желании-то будет? Да не. Мне это не нужно. Если было нужно, я бы уже раньше это сделал. Так ты ждешь статую? Я жду, пока Виталий созреет. Судя по тому, что я периодически выруливаю на второе место по производству, у Виталия там тоже не все очень весело. Да, все не очень весело. Первый и последний по армии 9000 разница. Круто, все клепают. Зачем вам армия, ребят? А зачем ты первый по армии? Я случайно апнул. У меня еще это осталось великое воинство. Это после войны с Германией. Арбалетчики, да? Не, ну арбалетчиков я продал, конечно, но там аркебузиры остались. Мучился, мучился, в итоге вылетел. Да, как-то так. Технологии на самом деле. Thank you.
не приходит. Нашел? Нет, я не могу зайти. С кем-то ладно, я вроде больше лишь пинг, кстати, здорово. У меня, кстати, с Лексом, на удивление, сегодня нормально все. Да. Через меня играете просто. Ну, походу. Ну, не знаю, не могу найти что. А мы вообще как, без игроки будем играть? Ну, собирались без. Ну, тут либо, да, без игровки, либо скрапот. Ну да, тут такая игра, что лично я не очень хочу доигровку. Кинем приглас, может. А вообще, на самом деле, уже, конечно, поздновато что-то по времени. Ну да. Может, доигровку сделаем тогда. Ну или если никто не хочет, я, в принципе, да, не хочу не доиграть. Ну, мы же не соберемся. Ну, в принципе, можно доиграть. А я всегда прихожу, я не знаю, честно, я бы лучше нового начал, чем доигрывать это. Ну, решайте, мне как бы все равно. Но завтра я точно где-то с 8 только вечера смогу, не раньше. Я завтра тоже вечером могу. Не, ну я тоже вечером. Так что решайте. Точно, ну я бы как бы доиграл, но тут, ну, но если никто не хочет, я... Ну попробуй зайти, тут осталось часа два. Блин, что-то я на самом деле не рассчитывал так поздно, нет? Не, ну вообще уже, да, что-то я посмотрел на время, уже поздновато, конечно. Ну так решайте пора, не решайте, я могу играть. Я поужинать даже забыл. В общем, я сейв сделал, в любом случае, похоже, надо выходить или грузить, или что-то такое. В общем, я бы доиграл завтра, там, в районе 8 вечера, если никто не против. Ну, пробуем тогда на завтра, на 8, я напишу, если что-то будет меняться, но, по идее, должен 8 быть. Окей, да. Все, ладно тогда, до завтра. Спасибо за игру. Так, ну что, ребятки, не знаю. Тут, конечно, это... Ну, я додавлю это свою линию. Но тяжело, тяжело играть.